И начнем с новостей из Витебска. На Славянском базаре сегодня День молодежи. На сцене летнего амфитеатра «Конкурсанты», а на главной городской площади молодежь со всей страны будет танцевать до полуночи. В столице фестиваля закручивается его главная интрига. Кто победит по итогам двух конкурсных дней, узнаем уже завтра. А сегодня первый конкурсный день. Молодые исполнители будут петь славянские хиты в сопровождении Национального академического концертного оркестра Беларуси. В финале 15 начинающих артистов из 15 стран. В этом году впервые в истории конкурса на сцену выйдет исполнитель из Колумбии. Для меня это вызов. Исполнять песню не на родном языке и прекрасный опыт. Я рад участвовать в таком масштабном конкурсе. Петь с живым оркестром – мечта многих исполнителей. Я ведаю, что не вельми судовно подрихтованы, потому что мы подрихтовались в Минску, в нашей зале, где мы репетировали. Я ожидаю только отримать первое место. Всю репетицию конкурсанты старались меньше времени находиться на улице. В Витебске заметно похолодало. Сегодня в тренде, кроме зонтиков, еще и теплые вещи, куртки, шарфы. На репетиции участников даже просили петь в полголоса, чтобы поберегли его перед вечерним концертом. Бережем себя, бережем голос, все участники, то есть стараемся долго не ходить по улице. Сразу после репетиции едем в гостиницу, греемся, концентрируемся и вечером выходим и работаем. Выходные на Славянском базаре всегда самая насыщенная уличная программа. Сегодня даже перекрывали городскую улицу. Так творческие коллективы со всей страны завлекали зрителей на площадь Победы. На целый день огромная территория дана молодежи. Здесь каждый сможет проявить свои таланты.